Ну, мы сейчас. Мы сейчас. Быстрее, конечно, сейчас успокоятся. Давай. А меня? А меня? Хрю-хрю-хрю. Нос лучше на врача сделать. Совет. Так, и поехали обратно. Наклоните вниз, на вашу собрану. Ребят, понятно, почему, да, сюда нельзя с детьми? Конечно. А то на нас очень многие обижаются, что сюда нельзя с детьми. Ой, мамочки. Ну, да, они неправильно делают. Ой, смотри, тут лазит. Аккуратно. Да. Так, а флисочки не предлагали? А мы ну ладно, так вдвух будет намного безопаснее. Помощь, тебе именно ко мне нужно, тебе именно ко мне нужно. И так спину есть? Спину. Держите ее, очень хочет посмотреть. Опа, как же нравится, мы спине можем смотреть. Довольная, да, стой, это же сама спина. Это же сама спина, да? Важно. Это игры. Мне не помогайте, скажи. Я сам. Ты же что, меня позоришь-то? Нормально, там такая же драка, только за третий этаж. Опа! Есть? Типа, там кому надо? Драка терпит, два. Чтобы вы могли обратить внимание, как это выглядело на вашей спине. Да. Там сзади. Что ты на себя не смотришь? Давай. Ты хумор. И она вместе нравится. Хумор с лиса. Зачем нужны люди на посещениях? Для того, чтобы енотам было весело. Итак, вот у нас чем отличается утро, да, когда нет людей, так скучно, и когда люди. Оп-оп-оп, вам идут скорости, скажи все. Это мальчик с девочкой? Да. Ну, пока здесь только драка. Так, Настя. Наругай, чтобы не кусала сильно. Заигрывается. Как дети, забываются, что... Не подумаешь? Да, так. У нас сегодня была трансляция утренняя, когда без людей, скучно. Вот видите, вот. Все, что нужно для счастья енотам. Люди. Много игрушки. Парень бьет полностью. Итак, спину вниз. Уже занята спина. А там вниз и сзади вас в одном месте драка, сверху над вами вторая. И на улице. Уверены, что вторые флиски не нужны? Я не знаю, мне кажется, уже это не осталось. Слушай, а если мы с вами подальше не будут прыгать?
Ну, вам просто чаще будут промахиваться и вам доставаться. Они ж когда промахиваются, когтями царапаются, поэтому чем дальше сядете, тем больше царапин. Не, полет это красивее будет. Не. Вот сама сказала, отойди. Шмяк. Лучше присесть, иначе сейчас сразу будет лезть, еще и ноги будут поцарапаны. Думаете, можно ли к нам с детьми? Конечно, вот не рекомендуется. Посмотрите, что здесь творится. Взрослые-то не все стоят. Ну, как это? Ну, ну. Вот, да. Вот это ответ, можно ли к нам с детьми.